Экскурсия в историю и культуру района – так можно охарактеризовать рабочую поездку уполномоченного по правам ребенка в Дагестане Марины Ежовой в Ботлихский район. Визит начался с возложения цветов к мемориалу доблести солдата-победителя. Затем гости посетили Ботлихский историко-краеведческий музей. Они познакомились с историей района и его воинской славой. Детский омбудсмен также посетил две районные школы и встретилась с членами семьи участников СВО, педагогами и школьниками. Марина Ежова отметила, в этом году в районе планируется реализация проектов детского краеведения и досуговых центров. Одна из основных целей приезда в Ботлих – это, конечно, посмотреть и продумать, как мы можем, что мы можем предложить для вас, в том числе для детей, как мы можем детей не только Дагестана, но и всей страны ознакомить с вашей героической, прекрасной историей.